17 самарских улиц преобразятся уже в этом году. В ближайшее время завершается ремонт Демократической, стартует реконструкция Заводского шоссе. Всего в 2016-м на дороге региона должны потратить 19 миллиардов рублей. Но привести магистрали в порядок только половина дела. Улицы надо содержать. Вывоз снега, ликвидация временной ликвидации ямочности, ликвидация трещины, которые образуются в процессе эксплуатации на автомобильных дорогах. Соответственно, своевременно, так сказать, и системное занятие тепловыми сетями, так сказать, водоводами, чтобы не создавалось впечатление, что дорожники дорогу построили, и потом дорога по вине дорожников проваливается. В преддверии Мундиаля особое внимание тем дорогам, что находятся на гостевом маршруте чемпионата мира и выездам из города. Их сейчас 5. По словам специалистов, для миллионника этого недостаточно. К аэропорту планируют подвести Демократическую, а также построить новые транспортные артерии – Дальняя и Арена 2018. В следующем году начнется ремонт кольца на улице Луначарского и строительство магистрали Центральная. Протяженность последней составит 19 километров. На ее комплексное благоустройство потратят 13 миллиардов рублей. В ином виде предстанет и Ташкентская. Ее отремонтируют, как говорят в областном Минтрансе, от фасада до фасада. Протяженность где-то будет примерно 400-600 метров. Это, так сказать, Новосадовый пойдет верхом, Советская армия, два старых парсеза низом пройдут. Это после чемпионата мира. Мы готовим документацию на 2018 год. Преобразится и Новосадовая к чемпионату мира. Улицу отремонтируют, а уже после Мундиаля начнут строить двухуровневую транспортную развязку. До магистраль Центральная будет с одной стороны две полосы движения, потом зеленая зона и еще две полосы движения. Будем приводить весь створ в порядок, также строительством, так сказать, тротуаров, строительством велодорожки, так сказать, трамвайные пути. Городская администрация будет приводить в порядок трамвайные, так сказать, пути. По мнению экспертов, подготовка к чемпионату мира даст региону большой толчок для развития внутренней инфраструктуры. Алина Чемерис, Василий Колдашов, «События».